Красноярские столбы с высоты птичьего полета. Заповедник приобрел 2 квадрокоптера, чтобы отслеживать факты нарушения природоохранного режима. Кроме того, с помощью квадрокоптера можно снять животных, которые не выходят к людям. Качество видеосъемки на сегодняшний день является наивысшим. Видео в реальном времени инспекторы получают на операторский пульт. Радиус действия пульта оборудования 3 километра. Максимальная высота от уровня запуска 500 метров. В ближайшее время руководство столбов планирует купить еще несколько таких летающих видеокамер. Новая техника позволит отслеживать очаги возгорания для своевременного предотвращения распространения огня. Кроме того, появилась возможность пополнить фото и видеобиблиотеку новыми эксклюзивными кадрами, дополнить нашу постоянную рубрику «Животные в объективе», с которой можно будет знакомиться на нашем канале на YouTube. А также новая техника позволит вести мониторинг за проблемой усыхания пихтовых пород. На сегодняшний день при помощи новой техники уже было пресечено нарушение природоохранного режима, а именно выявлено и пресечен факт заезда на снегохода в закрытую часть заповедника.